Дорогие мастера, всем привет! Сегодня на видео у нас очень необычная работа. Мало из мастеров, кто делает наращивание нижних ресниц, но достаточно часто интересуется, как происходит этот процесс. Поэтому сегодня на видео мне хотелось бы продемонстрировать вам, как наращивать нижние реснички. У меня на канале уже было видео, где выполнялось наращивание нижних ресниц чуть в меньших объемах. Сегодня у нас наращивание ресниц повторяет почти верхний объем. Верхний объем у нас создан изгибом CC, ресницами Ombre фирмы Tashuta, это моя фирма. Длина верхних ресниц от 9 до 13 в эффекте экстрим лиса, а нижние реснички выполнены в длине от 7 до 9, то есть 7, 8, 9 на внешнем углу. То есть они повторяют тоже немного как бы верхний эффект в стиле в таком лисем получается у нас. Чем необычно это наращивание? В том, что нижние ресницы идут в большом объеме. То есть здесь объем идет от 3 до 5 ресничек. И таким образом мы закрываем полностью нижнее пространство. У нас получается как бы сплошной такой объем и по верхних ресницах, и по нижних ресничках. И получается эффект, который мы назвали мальвина. Почему? Потому что у нас ресницы амбре с голубыми кончиками. И получается действительно вид, как у мультяшной красивой девушки мальвины. Я желаю всем приятного просмотра. Надеюсь, это видео вам понравится и результат тоже.
Дорогие мастера, сейчас наше видео подходит к концу, и мы сможем с вами полюбоваться полным результатом, какой у нас получился. Это наращивание мне хотелось бы отнести более к эстетическому, так как вы знаете уже из моих видео, что наращивание у нас разделяется на три категории. Это коммерческое наращивание, то, которое мы выполняем для нашего клиента. Это наращивание, которое выполняется на чемпионатах, где все технически правильно. И последнее наращивание – это эстетическое. Создание определенного образа. Сегодня у нас образ такой мальвины. Либо создание определенно фотосессии для обложки журналов. Как видите, результат потрясающий. Девушка с голубыми глазами. Ей очень подходит данное наращивание, но оно будет максимально таким экстремальным и слишком заметным. То есть это более яркий образ, сценический. Но я надеюсь, что вам мое видео понравилось. Всем пока-пока, до скорых встреч!